Всем привет! Сегодня у нас будет месопотамская космогония, то есть сотворение мира по-месопотамски. Это шумеры и акации, это Вавилон, и сейчас будет большой и длинный космогонический эпос под красивым названием «Энума Элиш», когда наверху, названный так по самым первым двум словам текста. Текст рассказывает о череде событий, простирающихся от изначального выделения порядка из всеобщего хаоса до образования своеобразного космоса, который был известен древним жителям Вавилона. Что такое вот эти боги? Может быть, это планеты, которые вращаются на орбитах, и места, которые они занимают. Может быть, это что-то еще. Может быть, это какой-то сюжет. Может быть, действительно что-то, имеющее отношение к космосу. Может, это вообще какая-то модель Вселенной или Солнечной системы. Ну, есть и такие сопоставления. Так вот, краткая аннотация. Когда есть смешение вот самых первых родителей Апсу, это отец, и Тиамат, это мать, рождаются разные боги, их дети, то их неугомонность, вот эта вот детская возня этих богов, раздражает Апсу. Вот. Ну, примерно как и, наверное, любых родителей раздражают иногда их дети. Вопреки желанию Тиамат, отец Апсу замышляет убить своих детей, но мудрый Эйя, один из их детей, узнает о замысле и сам убивает Апсу. Теперь уже разгневана Тиамат. Она порождает полчище чудовищ, которых возглавляет Кингу, такой вот военачальник. Эти чудовища хотят отомстить за мужа и отнять власть у младшего поколения. Короче, отцы и дети прямо только гораздо сильнее и мощнее. Боги в ужасе обращаются за помощью к Мардуку, сыну Эйя. Вот этот мудрый Эйя, который убил Апсу, его сын, узнал, к нему обратились боги. Просто много имен, и чтобы было понятно, я поясняю. Вот, они бегут к Мардуку, но Мардук, не будь дурак, согласен сразиться с Тиамат, но только взамен он получит верховную власть над всеми богами. Боги незамедлительно собираются, провозглашают Мардука. Мардук вооружается ветрами и бурями. Он стал царем, его посылают на бой. Битва была недолгой, ветры надули тело Тиамат, точно воздушный шар. Так Мардук придумал. А стрела Мардука попадает в раскрытый рот Тиамат и вонзается в ее сердце. Затем он разрубает ее тело и образовывает из двух половин небо и землю. То есть сначала все эти боги возникли, заняли там свои места, у них какие-то терки, земли еще не было. И вот это вот некая только предыстория, вот это очень сильно отличается от всех космогонических историй, что там сначала долгие-долгие вот эти расклады, и потом в результате возникает уже Земля. Обычно всегда все начинается с Земли, а тут нет. Значит, он разрубает тело, образует небо и землю. Упорядочив небо, он просит Эйя помочь ему создать черноголовых людей Месопотамии из крови Кингу, начальника демонского войска Тиамат. В конце поэмы боги воздвигают Мардуку храм и собираются в нем, чтобы восславить его могучие подвиги. Называют его все 50 имен, 50 эпитетов, которые его славят. Это даже немного такая политическая часть этой самой Энума Элиш, потому что... Ну, там это надо вникать в это все, сейчас не об этом. Тут всякие будут имена и словечки, и комментарии, чтобы чтобы не прерывать текст, будут возникать просто на экране. Надеюсь, у меня все получится. Когда наверху небо не было названо, твердая земля внизу по имени не была еще названа. Ни изначальный Апсу, их родитель, ни Мумму, Тиамат, породившие их всех, еще не смешали воедино свои воды. Апсу – это пресные воды, подземные воды. Это отец всех богов. А Тиамат – это мать всех богов. Это как бы соленые воды, океан и море. То есть акт творения – это то, что когда пресные воды смешались с солеными, при том, что было это не на земле, а где-то неизвестно где, в каком пространстве, но соленые воды смешались с пресными, и от этого произошли все остальные боги. Так вот, когда они еще воды свои не смешали, тростниковая хижина еще не была циновкой застелена, болотистая почва еще не появилась, когда не существовало еще ни одного бога, не было их имен, судьбы их не были предопределены,
Вот тогда-то внутри них, первых богов, и зародились боги. Лахму и Лахаму были произведены на свет, по имени были названы. Долго, долго возрастали они веком и статью. Аншар и Кишар зародились, превосходящие прочих. Они пребывали днями, прирастали годами. Сын их Ану, соперник своих отцов. Да, первородный Аншара, Ану был ему ровня. Ану породил по образу своему Нуддимуда. Этот Нуддимуд был владыкой своим отцам. Широкомудрый, понимающий, могучий силой, куда более могучий, чем его дед Аншар. У него не было соперника среди богов, его братьев. Божественные братья собирались вместе, тревожили Тиамат, толпясь здесь и там. Воистину, они раздражали Тиамат своим весельем в обители неба. Апсу не мог утишить их вопли, а Тиамат, видя их нравы, дар речи теряла. Их деяния были омерзительны, безобразны были их нравы, они были несносны. Тогда Апсу, породитель великих богов, воззвал к Муму, своему советнику. «О, Муму, советник мой, дух мой радующий, подойди сюда и отправимся к Тиамат». Я раньше думал, что Тиамат, но посмотрел, и ударение Тиамат, именно так. Они пошли и сели пред Тиамат, советуясь о богах своих первенцах. Апсу, уста отворив, молвил блистательный Тиамат. «Их нравы омерзительны мне до омерзения, ни днем мне нет облегчения, ни ночью покоя. Я уничтожу, я сокрушу их нравы, чтобы восстановить тишину. Давай отдохнем!» То есть сначала создали богов, родили детей, теперь давай отдохнем. Тиамат, как только услышала это, разгневалась, воззвала к мужу. Она воззвала в муке, разъяренная, скорбящая. «Что? Мы уничтожим тех, которых создали?» «Да, они не дают покоя, но будем же добры к ним!» Тогда ответил Мумму, советник Апсу. Злокознен и немилосерден был совет Мумму. «Уничтожь, отец мой, мятежные нравы, тогда будет тебе днем облегчение и покой ночью». Услышал это Апсу, лицо его просияло, ибо он замыслил зло против богов сыновей своих. То есть Апсу послушал не жену свою, а советника. Что до Мумму, то он обнял его за шею, сидящего на коленях, чтобы поцеловать его. И то, что они замыслили между собою, было повторено пред богами их первородными. Услышав это, боги заметались. Затем, будто язык проглотили, хранили молчание, превосходящей мудростью, совершенной, находчивой. Эйя, всемудрый, проник в их замысел. Отменный план придумал он и выполнил, составив искусное заклятие, превосходное и святое. Он произнес заклятие и поместил в глубине, излив на него сон. Тот заснул беспробудно. Когда Апсу был уложен, окутан сном, Мумму, советник, не мог и пошевелиться. Он распустил его пояс, сорвал его тиару, снял с него сияние и водрузил на себя. Связав Апсу, он убил его. Мумму он связал и посадил под запор, утвердив свое жилище на теле Апсу. Он наложил руку на Мумму, подвесив его за нос на веревке, победив и растоптав своих врагов. Полностью восторжествовав над супостатами, Эйя глубоко заснул в священном покое. Он назвал его Апсу. Вот этот покой, дом он убитого отца, назвал Апсу. И посвятил ему храмы. В этом самом месте он нашел свою священную хижину. Эйя и Дамкина, его жена, жили там в блеске. В обители судеб, в жилище Рока был порожден Бог. Из богов самый могучий и мудрый. В сердце Апсу был сотворен Мардук. Породившим его был Эйя, его отец. Зачавший его была Дамкина, его мать. Грудь богини он сосал. Кормилица, вскормившая его, наполнила его внушающим ужас величием. Привлекательна была его стать. Воодушевление горело в его глазах. Царственна была его походка. Искренне было в ней могущество. Увидев его, Эйя, породивший его отец, возликовал и засиял от радости, преисполнилось радостью его сердце. Он сделал его совершенным и наделил двойной божественной силой. Великаном он возвышался над богами, превосходя их во всем.
Короче, Мардук это просто супер-пупер, супермен какой-то. Недосягаемое совершенство было в его членах. Непревзойденный разум, труднопостижимый. 4 было у него глаза, 4 уха. Когда он шевелил губами, вылетало пламя. Огромны были его уши. И глаза, такие же числом, проницали все вещи. Он был выше всех богов, подавляющей была его стать. Его члены были огромны, он был выше всех прочих. Мой сынок, мой сынок, мой сын, солнце, солнце небес. Облаченный в сияние 10 богов, он был непревзойденно силен, их страшный блеск вспыхивал на нем. Сокрушена была Тиамат. Металась она день и ночь. Боги по злокозненности сами усилили бурю, их внутренность замыслила зло. Вот что сказали эти братья Тиамат. Когда они убили Апсу, твоего супруга, ты не помогла ему, но осталась безучастна, хотя он изготовил страшную пилу, или пилу, орудие солнца. Твои внутренности разжижены, и мы не можем обрести покой. Пусть Апсу, твой супруг, будет в твоем сердце, и Мумму, который был побежден. Теперь ты осталась одна». Дальше текст сохранился фрагментарно, и он довольно противоречивый. Боги побуждают Тиамат отомстить за Апсу и Мумму. То есть получается, что часть вот этих детей, которые сами были под угрозой, подговаривают свою мать отомстить вот этому мудрому Эю, что ли. Она внимает им благосклонно и предлагает вступить в битву с богами-обидчиками. Но сперва она производит на свет ужасное отродье своих помощников, 11 чудовищ с острыми зубами, беспощадными жалами, с ядом вместо крови, которым она наполнила их тела. Из перворожденных богов, составлявших ее собрание, она возвысила Кингу, поставила его их главой. Первое место в их рядах, власть на собрании, подъятие оружия, приближение к схватке, предводительство в битве, все это доверила она ему, посадив его на совете. «Я произнесла над тобой заклятие, возвысив тебя в собрании богов. Я дала тебе полную власть в совете богов. Воистину нет выше тебя. Ты мой единственный супруг». Она его еще супругом сделала. «Все аннунаки покорятся произнесенному тобой». Она дала ему таблички судьбы, укрепив их у него на груди. «Что до тебя, то твоя власть будет неизменна, твое слово не ослабеет. Как только возвысился Кингу, возведенный в положение Ану, богам ее сыновьям, они судьбу провозгласили. Ваше слово потушит огонь, унизит могучее оружие, столь могучее в битве». Дальше опять текст сохранился плохо, и тут идет пояснение. Эя вновь узнает об их замысле, но на этот раз у него нет готового решения. Он отправляется к своему деду Аншару и рассказывает ему все о ярости Тиамат и о ее внутренних военных приготовлениях. Аншар приходит в смятение. Наконец он отсылает Ану со словами: «Пойди и встань пред Тиамат, чтобы усмирить ее, чтобы ее сердце успокоилось». То есть пойди договориться надо. Но увидев полчище Тиамат, Ану теряет отвагу и возвращается обратно к Аншару. Понурившись, пошел он к отцу Аншару, словно к Тиамат к нему обратился. «Не достанет моей руки, чтоб покорить тебя». Ничего не говоря, Аншар вперил взгляд в землю, хмурясь и головой качая перед Эйя. Все аннунаки собрались в том месте, плотно сжав губы, сидели в безмолвии. «Ни один из богов, — думали они, — не может пойти на битву и, столкнувшись с Тиамат, живым унести ноги и живым остаться». Владыка Аншар, отец богов, поднялся величественный и, поразмыслив в сердце своем, сказал аннунакам: «Тот, чья сила могуча, будет нашим мстителем, ярый в схватке, Мардук отважный». Дальше пояснение. Эй извещает Мардука, своего сына, о замысле Аншара и советует ему смело предстать пред Аншаром. Мардук подчиняется, и Аншар при виде смельчака немедленно смиряет свой гнев. «Аншар, не молчи, широко раскрой свои губы, я пойду и выполню желание твоего отца. Кто тот герой, кто подступает к тебе с битвой? Это всего лишь Тиамат, женщина, на тебя ополчилась.
«О, мой отец-создатель, радуйся и ликуй, скоро ты будешь попирать вую шею Тиамат. Сын мой, знающий всю премудрость, усмири Тиамат своим святым заклятием, спеши изо всех сил на колеснице бурь, они не прогонят тебя от нее, обрати их в бегство». Владыка возликовал при слове отца, сердце запрыгало от радости, он сказал отцу: «Творец богов, судьба великих богов, если мне, твоему мстителю, и в самом деле предстоит победить Тиамат и спасти вам жизнь, созови собрание, провозгласи доли моей верховенства». Когда все вместе в Упшукинне вы восседаете, радуясь, пусть не твое, а мое слово определяет судьбы. Неизменным будет то, что я создам. Повеление моих губ будет неотменимо и непреложно. Аншар готов принять условия Мардука. Он посылает своего советника Гагу к еще более старому поколению богов, самым первым родившимся Лахму и Лахаму. Гаге поручено изложить им все обстоятельства и пригласить богов собраться на пир для утверждения постановлений Мардука. То есть одни сказали тем, сказали этим, надо все это согласовать, посоветоваться, перетереть. Услышав это, громко возопили Лахму и Лахаму. Все игиги взвыли от горя. Как странно, что они приняли это решение. Нам не постигнуть деяний Тиамат. Они подготовились отправиться в путь. Все великие боги, которые вершат судьбы, они приходили пред лицо Аншара, наполняя Упшукинну. Они целовали друг друга в собрании, они беседовали, рассевшись на перу, они ели праздничный хлеб, вкушали вино, увлажняли свои трубки для питья сладостным хмелем. От крепкого питья их тела разбухли, они крепли духом, пока тела их никли. Мардуку, мстителю за них, они определили судьбы, они воздвигли для него царственный престол, пред своими отцами он воссел, возглавив собрание. Ты, почтеннейший из великих богов, твои постановления не превзойти, твоя власть Ану, ты, Мардук, почтеннейший из великих богов. То есть после того, как они напились, они смогли принять это решение, я так это понимаю. Мы даровали тебе царскую власть над всем мирозданием. Когда ты будешь восседать в собрании, твое слово будет решающим. Твое оружие не подведет. Оно сотрет в порошок твоих врагов. О, господин, пощади жизнь того, кто доверился тебе. Но вычерпай жизнь Бога, ухватившегося за зло. Поместив в гущу своих рядов кусок ткани, они обратились к Мардуку, своему первородному. Господин, воистину твое постановление первое у богов. Повели исчезнуть или появиться, и будет. Открой уста, ткань исчезнет. Заговори снова, и она вновь появится. При слове его уст ткань исчезла. Он заговорил вновь, и ткань снова оказалась на месте. В общем, дальше фокусы начались. Когда боги, его отцы, увидели плод его слова, они с радостью ему поклонились. Мардук, царь! Они вручили ему скипетр, трон и палу. Они вверили ему бесподобное оружие, отражающее врагов. Утвердив так судьбу Белла, боги его отцы вывели его на путь успеха и достижения. Он сделал лук, назначив его своим оружием, приладил стрелу, натянул тетиву, он создал булаву, схватил ее десницей правой рукой. Лук и колчан перекинул через плечо, перед собой восставил молнию, тело свое наполнил пышущим пламенем, затем сделал сеть, чтобы опутать ею Тиамат, отрядил 4 ветра, от которых нельзя укрыться, южный ветер, северный ветер, восточный ветер, западный ветер, крепко прижал к себе сеть, дар отца Ану. Он произвел на свет Имхулу, злой ветер, вихрь, шквал, четвероякий ветер, семеричный ветер, смерч, неодолимый ветер, затем выслал 7 из созданных им ветров, чтобы тревожить нутро Тиамат. Они восстали позади него. Затем владыка, надо не забывать, что Тиамат – это океан и море. То есть ветры, они стали вот так вот волновать это море, видимо. Чтобы тревожить нутро Тиамат, они восстали позади него. Затем владыка воздвиг бурю наводнения, свое могучее оружие. Он взошел на колесницу бури, неодолимую и вселяющую трепет. Впряг в нее 4 коней – убийцу, безжалостного, топталу, стремительного. Остры были их зубы, сочащиеся ядом,
были они научены опустошению, умелы в уничтожении. Какие-то кони апокалипсиса. Хотя это история о создании мира. Ну, в общем, подобно тому, как воин отправляется на битву и облачается в доспехи, вот это описание, как Мардук, значит, преобразился, как он создал ветра всякие разные, как он вот эти оружия, там, палицу, лук создавал, эти страшные кони, это что-то очень мощное, вообще не имеющее аналога ни в какой другой мифологии, такое описание своеобразное. Дальше. Голову его венчало ужасное сияние. Владыка выступил и отправился своим путем. Перед разъяренной Тиамут показал он свое лицо. В губах своих он держал, не сохранилось, из красного теста растение, выводящее яд, было в его руке. Затем они завертелись вокруг него. Боги завертелись вокруг него. Владыка подходил, чтобы устремить свой взор на чрево Тиамут, чтобы постичь замысел Кингу ее супруга. От его взгляда шаг того стал неровен, воля того ослабла, он растерялся. И когда боги-помощники, выступившие на стороне Кингу, увидели доблестного героя, затмились их взоры. Тиамат издала вопль, не поворачивая головы, дикий вызов слетел с ее уст. «Слишком ты важен для владыки богов, чтобы подняться против тебя! На своем ли месте они собрались или на твоем?» В ответ владыка поднял наводнение, бурю, свое могучее оружие. Разъяренный Тиамат послал он такие слова. «Могуча твоя стать! Высоко ты надмилась!» Надмилась от слова «надменный», да, возвысилась, возгордилась. «Высоко ты надмилась! Ты сама велела своему сердцу возбудить расприю, чтобы дети отвергли собственных отцов, и тебя, родившую их, они возненавидели!» Ты возвысила Кингу, сделала его супругом, властью, не принадлежащей ему по праву, ты заменила власть Ану против Аншара, царя богов. Ты замыслила зло. Перед богами, отцами моими, ты доказала свою злобность, собравшая себе войско, припоясанное оружием. Встань, чтобы я сразился с тобой один на один. Услышав это, Тиамат впала в неистовство, утратила она разум. Не стоит забывать, что это битва внука со своей бабушкой. В гневе Тиамат возопила громко. Ноги ее до самого корня подкосились, она прочла чару и не переставала накладывать заклятия, пока боги битвы острили свое оружие. Затем в схватку вступила Тиамат с Мардуком из богов мудрейшим. Они сошлись один на один, сцепились в битве. Владыка распростер свою сеть, чтобы опутать ее. Злой ветер, следовавший за ним, швырнул ей в лицо. Когда Тиамат разинула пасть, чтобы проглотить его, он вогнал ей в глотку злой ветер, чтобы она не могла сомкнуть губ. Когда яростные ветры ворвались в ее брюхо, тело ее растянулось, а пасть широко распахнулась. Он выпустил стрелу, которая разорвала ей чрево, пронзила ей нутро, растекло сердце. Расправившись с Тиамат, он погостил ее жизнь, он сбросил вниз ее тушу, чтобы встать на ней. После гибели Тиамат, владычицы, отряд ее был рассеян, распалось ее войско. Помощники Тиамат в панике разбегаются, но Мардук захватывает и связывает их всех. И Кингу, сделавшегося вождем их, он связал и припоручил Угае. Он отнял у него таблички судьбы, принадлежавшие ему не по праву, запечатал их печатью и укрепил у себя на груди, одолев и победив своих противников. И снова обратился к Тиамат, которую он связал. Владыка наступил на ноги Тиамат, своей беспощадной булавой раскроил ее череп, когда он отделил ее кровь. Кровяные жилы, северный ветер унес их в неведомые края. Видя это, его отцы радовались и торжествовали. Они принесли ему почетные дары. Тогда владыка остановился, чтобы осмотреть ее мертвое тело, чтобы расчленить чудовище и создать искусные вещи. Он рассек ее, словно ракушку, на две части. Одну половину сделал небесным сводом, поставив засов и назначил стражников. Он велел им не выпускать ее воды на волю.
Он прошел по небу и осмотрел его области, очертил участок Апсу, обитель Нуддимуда, измеряя области Апсу. Великую обитель и ее подобие он установил в Эсхарре, великая обитель Эсхарра, которую он сделал твердью, Эну, Энлиля и Эйю поселил в их жилищах. Большая часть таблички номер 5 отбита, Мардук упорядочивает небо, устанавливает солнечный путь и приказывает луне сиять. Дальше, собственно, заканчивается вот это предисловие и начинается уже рассказ о творении того, что мы все знаем. Когда Мардук слышит слова богов, его сердце побуждает его к искусственным делам. Открыв уста, он обращается к Эйе, чтобы сообщить свой замысел, родившийся в его сердце. «Я соберу кровь и создам кости. Я сделаю дикаря. Человек будет его имя. Воистину дикаря человека я создам. Ему будет поручено служение богам, чтобы они могли отдохнуть». Видимо, что вот бог, который может отдохнуть, это нереально, недостижимое, величайшее благо. С него-то все и началось. «Нравы богов я искусно изменю. Почитаемые равно, они разделятся на две половины группы». Эй ему ответил, словно ему молвил, чтобы рассказать ему о задуманной помощи богам. «Пусть один из их братьев будет выдан, он один погибнет, чтобы можно было сотворить людей. Пусть великие боги окажутся здесь в собрании, пусть виновный будет выдан, чтобы их дни продлились». Мардук созвал великих богов в собрании. «Милостивый владыка, он издал постановление». К речи его прислушавшись, боги, царь молвил слово Аннунакам. «Если ваше предыдущее постановление было правдой, пусть теперь клятвой будет обнаружена правда. Кто замышлял смуту? Кто подстрекал Тиамат и вступил в битву?» Вот интересно, что чтобы создать человека, нужно принести какого-то из богов, ну, по сути дела, в жертву, иначе не получится его создать. Итак, кто был виноват? Кто вступил в битву? Кто подстрекал Тиамат? Пусть будет выдан. Он понесет от меня наказание, чтобы выжили в мире. И Гиги, великие боги, ему отвечали. Лугальдимеранкии. Это я тут могу ошибиться. Лугальдимеранкии, советчику богов, своему владыке. Затеявшим смуту был Кингу. Он подстрекал Тиамат и вступил в битву. Они связали его, держа его перед Эйя. Мне кажется, что вот этот вот Лугальдимеранки, это такой капитан очевидность, потому что уже 1000 раз было сказано, что Кингу, собственно, и виноват. И он был во главе войска, у него были таблички. И зачем вот этот цирк, что мы сейчас узнаем, сейчас мы давайте. Видимо, это такая... Любой суд, видимо, в древности, судебный процесс, он должен был вот так вот торжественно, к богам взывающие, совершен быть. И здесь это, наверное, первый судебный процесс, описанный среди богов. Итак, он подстрекал Тиамат и вступил в битву. Они связали его, держа его перед Эйя. Они наложили на него вину и отделили его кровеносные жилы. Из его крови они сотворили человека. Чего уж ждать от человека. Он назначил ему службу и отпустил богов. Сотворив человека, Мардук разделяет аннунаков и назначает каждому из них места пребывания – 300 на небесах и 300 на земле. После того, как были изданы все постановления, аннунакам неба и земли он определил их доли. Аннунаки открыли уста и сказали Мардуку, своему владыке: «Теперь, о владыка, причина нашего вызволения! Каким даром почтим мы тебя? Да построим тебе чертог, который назовется Чу, покой нашего ночного сна. Давай отдохнем там. Да построим чертог, углубление в его обители. В день, когда мы прибудем, мы отдохнем в нем». Когда Мардук услышал это, лицо его как день просияло. «Ура, наконец-то я смогу отдохнуть. Пусть его кирпичная кладка будет такой, как в высоком Вавилоне, о строительстве которого вы просили, пусть имя его будет святилище». Аннунаки приступили к работе. Целый год они кирпичи лепили. Когда наступил второй год, они высоко воздвигли главу Эсагилы, равного Апсу.
построив плоскую башню высотой с Апсу, они воздвигли в ней чертог для Мардука, Энлиля и Эйи. В их присутствии они украсили его великолепной отделкой. До основания Эсхарры доходят его рога. Построив дом Эсагила, аннунаки сами возвели свои святилища. Пропущено. Все они собрались. Пропущено. Они построили ему чертог. Богов отцов своих он рассадил на Перу. Это Вавилон. Здесь ваш дом. Веселитесь в его пределах. Занимайте его широкие площади. Великие боги расселись по своим местам. По местам рассевшись, праздничное питье получили. Навеселившись в волю, в Эсагиле блестящем, совершили свои обряды. Были установлены правила и все их знамения. Все боги разделили небо и землю. 50 великих богов заняли свои твердыни. 7 богов судьбы поселили 300 на небе. Энлиль поднял лук свое оружие и положил пред ними. Боги его отцы увидели сделанную им сеть. Увидев лук его, искусную форму, отцы похвалили работу им совершенную. Подняв лук, Ану заговорил в собрании богов, целуя лук. Оставшая часть эпоса – это своеобразный гимн Мардуку. Там больше нет ничего. Он завершается перечислением его 50 имен, атрибутов, отражающих его могущество, власть и подвиги. На этом, пожалуй, стоит завершить этот миф Энума Элиш, создание «Когда наверху», о создании мира по-месопотамски.